Это мой Dodge Viper GTS 1997-го. Всегда было интересно, сколько мощности он выдает, чтобы выяснить, что происходит с его лошадиными силами на данный момент. И вот что из этого вышло. С Новым годом! Во-первых, вам, наверное, интересно, зачем мне замерять эти лошадиные силы, разве автопроизводители их не говорят? Ну, это машина Chrysler из 90-х, и у них были кое-какие проблемы с точностью. Это я так еще с дипломатией говорю, потому что мне повезло, что я получил эту машину с завода с двумя окрашенными в один и тот же цвет дверьми. Потому-то я решил, что с лошадиными силами этой машины может быть два варианта. Dodge могли сильно ошибиться на их счет, и их окажется меньше заявленного, либо их так плохо собирали, что, допустим, он выдает на 20 лошадиных сил меньше спустя 20 лет, или, может, они ошиблись в хорошую сторону, и машина выдает, наоборот, еще больше мощности. А может, все как указано, не знаю, кто знает, но мы выясним. Coming, but if you want to find out more, click the link below to go to autotrader.com/oversteer, where you can see all of the dyno charts and graphs for my run. You can also hear more about my Viper dyno experience in my column about it. Additionally, on Oversteer, I've compiled a list of the cheapest Vipers currently listed for sale on Autotrader across the country, which is rather interesting. But back to the так значит дайно. Я связался со своим другом по имени Мэтт из Мэтт Хиллс Моторс, Южный Нью-Джерси, решил заказать к нему поставить свою тачку на дайно и выяснить, сколько лошадей она выдает. Так я и сделал. Они аккуратно загнали ее на оборудование и какое-то время выравнивали. Хотя меня это немного бесило. Вы тоже так раньше делали? Вот вы заезжаете на ролики, начинаете движение, разве что двигаются только колеса на ролике. Так что вы гоните, как обычно, но никуда не движетесь, а затем начинаете ехать так быстро, что на высоких передачах, в данном случае на четвертой, я шел больше сотни миль в час. Только вот сидел и находился на одном месте, было громко, это все происходило в гараже, очень-очень стрёмно. Вот как прошел первый замер. Ну давай. Страшно! 120! Потише, потише! О, Господи! В итоге мы сделали 4 замера, но я сидел там не каждый раз, хотя еще один разочек все-таки посидел. Посмотрите. Ладно, давай еще разок. Ну, поехали еще раз. Давай, погнали! Ну и очевидно, вам интересно, сколько же выдала эта машина лошадиных сил. Вот в чем дело. В 97-м Dodge сказали, что эта тачка выдает 450 лошадиных сил и 665 ньютон-метров крутящего. Но они замеряли скорость на двигателе. Так лучше для рекламы, но дайно измеряют скорость на колесах. И есть небольшая разница между колесами и двигателем. Многие думают, что он потерял мощность процентов 15 своей оригинальной, пожалуй. Ну и с учетом этого, моему Вайперу потребовалось развить 282 лошадиные силы.
на колесах, чтобы достигнуть показателя в 450. Мой лучший показатель — 298,3 лошадиных силы по замеру колес, а это почти что 470 лошадиных сил по замеру Chrysler. Неплохо. Что до крутящего, в Dodge говорят 665 ньютон-метров, значит, на колеса должно было пойти 416,5. И что вышло у меня? 590 ньютон-метров, или это 690 ньютон-метров крутящего момента. Вообще неплохо. Значит, мой Viper на 20 лошадиных сил мощнее и на 33 ньютон-метров больше его крутящий момент, чем то, что заявляли Dodge изначально. Это было уже 20 лет назад и 43 тысячи миль назад. Довольно впечатляюще. Само собой, я сделал еще замеры, цифры немного начали опускаться, двигатель начал становиться чуточку менее мощным и тяговитым по мере нагрузки. Но даже после четвертого замера все показатели все равно были выше тех, что нам предоставили Dodge в 97-м. Ну и, леди и джентльмены, думаю, что мы можем перейти к следующим выводам. Когда я покупал эту машину, вы мне говорили, что она невероятно опасная, будьте аккуратнее. Но оказалось, что надо было быть чуточку аккуратнее, чем мы все ожидали.